главное предложение нашего сегодняшнего дня – это уютный плед, прелестный сад. И у нас для вас есть несколько цветов на выбор. Ты знаешь, как и в любом саду, на самом деле, есть различные цвета, есть различные оттенки и, конечно же, цветы. Ну что ж, первая модификация, я представляю вам ее зеленый цвет. Необыкновенные розы расположились на нашем пледе, уже на вашем пледе. Но это ведь еще не все оттенки. Три цвета на выбор, давайте знакомиться далее. Данный плед мы используем как покрывало, да, в вашей спальне и в нашей в том числе. Но также у нас есть еще розовый цвет и серый цвет. Давайте с ними познакомимся. Посмотрите, насколько необычные оттенки, фактурные, это серый цвет. Вот, Арина решила обновить наше кресло. Да. Да, решила она это сделать серым цветом. Также можете сделать и вы, обновить свою мебель, кресло, может быть, диван, использовать плед как покрывало, но в том числе у нас есть еще необычайные розовые оттенки. Это мой выбор. Безумно красивый плед, который можно обновить диван. Но, вы знаете, я бы такой плед еще использовала, конечно же, и в детской комнате для девочки. Да, вот именно поэтому пал на него мой выбор. Я выбираю для своей доченьки Ангелины. Слушай, потрясающе, действительно здорово, что сегодня мы пледом можем не только укрываться и дарить себе уют, но еще и декорировать свой дом, создавать новый интерьер с тремя цветами специального предложения дня. Итак, я напоминаю, что сегодня бесплатная доставка от 3990 рублей, а это значит, что вы еще можете сэкономить и на доставке 800 тысяч рублей в некоторые регионы. Ну что ж, розовый цвет – это выбор нашего эксперта Екатерины Архипенко. Кать, ну нельзя, конечно, не заметить эту нежность, невероятную. Давай поговорим о материале. Да, с удовольствием поговорим о материале, потому что это одна из самых моих любимых материй, ведь это уникальные инновационные технологии в мире текстиля, это уникальный Wellsoft. Слушай, потрясающе, Wellsoft. Что такое Wellsoft? Знаешь, Wellsoft, он имеет такую трикотажную структуру полотна, он очень мягкий, он пушистый, но Wellsoft уникален тем, он был создан в Японии, это японские технологии, что это самая нежная прочность в мире. Слушай, нежная, я понимаю, это я уже чувствую, но чтобы прочность, это, конечно, не верится даже, знаешь, когда трогаешь этот материал. Ты знаешь, мне тоже не верилось 5,5 лет назад. Но 5,5 лет назад я познакомилась с Wellsoft и была поражена этим уникальным свойством. Потому что Wellsoft действительно уникален тем, что он не истирается, если вдруг мы застелили его на диван и регулярно на нем сидим. Так. Но также он не теряет своей формы и не деформируется. И я готова это доказать в прямом эфире. Слушай, давайте, ну что ж, эксперименты в прямом эфире телеканала Shop & Show мы не только рассказываем, но мы еще и показываем. Давай, Катя. Ну что ж, посмотрите, обратите внимание, насколько сильно я растягиваю плед. Но, ох, вот так, ты. потянем. Ну, давайте посмотрим, что же с пледом. Абсолютно ничего. Плед в идеальном состоянии, потому что Wellsoft – это самая прочная нежность в мире. Не деформируется, не истирается и остается таким же нежным, мягким и пушистым долгие годы. 360 стирок он выдержит. Ничего себе, 360 стирок. У нас есть несколько размеров. Полутораспальный, двухспальный и евроразмер для самой огромной королевской кровати. Слушай, Кать, ну у меня вот маленькие дети дома. Я вот буквально недавно, дочка моя сидела и рисовала красками. Я на нее накинула плед, и она испачкала плед краской. Представляешь? Что будет с нашим пледом, если я буду его использовать, ну, везде в своем доме буквально? Ну, Ариш, ты знаешь, мне, конечно же, знакома твоя проблема. У меня также маленькая дочь, которой 5 лет, которая очень любит рисовать. Но этим Wellsoft. Так, подожди, ты достала маркер? Абсолютно верно, я достала маркер и буду рисовать. Как дети это делают? Смотрите, как они это делают. Взяли случайно, оп, и черканули. Да, обратили на это внимание. Но, что очень важно, Wellsoft, еще раз повторюсь, это уникальная структура полотна, которая не боится никаких загрязнений. Я сейчас плед не стираю стиральной машинки. Я его вытираю просто влажной салфеткой, и вуаля, вся краска осталась у меня на салфетке. Слушай, маркер супер. Легко, за 30 секунд, даже меньше, я удалила все загрязнения.
Да уж, действительно, вы знаете, как приятно. Я думаю, вот знаешь, после трудового дня тяжелого приходишь ты домой и укутываешься такой плед. Так приятно, такая нежность, такая мягкость и легкость. Вы знаете, при всем при этом, Кать, мне, ты знаешь, мне очень тепло, но при этом мне не жарко. Нет такого парникового эффекта, который бывает иногда от пледов. Часто бывает. Арин, а на самом деле Вилсофт этим и уникален, потому что Вилсофт дарит исключительно сухое тепло, которое, кстати, благотворно влияет еще и на организм в целом. Да, прогревая наши мышцы, наши суставы. Вилсофт не обладает парниковым эффектом. Только уют и только комфорт на протяжении каждого дня. И три размера на выбор, три цвета на выбор. Слушай, Кать, скажи, пожалуйста, а как ухаживать за этой нежностью? У меня такое ощущение, как будто его только в химчистку нужно возить. А, ну, Арин, как ухаживать? Берешь и стираешь. В стиральной машинке деликатный режим 30 градусов. Ох ты, в стиральной машинке прямо? Да, интересно. Конечно. Прям в стиральной машинке очень легко все стирается, но я подготовила для вас уникальный эксперимент. Плед из Вилсофта выполнен особым методом крошения. Это активное крошение. Используются инновационные красители, за счет чего плед не линяет. Он не боится ничего. Итак, у меня кипит чайник, и сейчас на ваших глазах я проведу эксперимент, и вы убедитесь в том, что Вилсофт – это самая нежная прочность в мире, которая не боится даже температуры в 100 градусов. Ничего себе, кипящая вода, вы представляете, 100 градусов температура. И Катя сейчас наш плед окунула в эту воду, ничего себе. Слушай, даже краски никуда не денутся, я имею в виду яркость, вот допустим, розового цвета. Никуда ничего не исчезнет, ведь это инновационные японские технологии в мире текстиля. Вуаля, абсолютно чистая вода, прозрачная вода, плед не полинял. Это экологически чистый, гипоаллергенный краситель, который безопасный даже для самых маленьких детей. У моей Ангелины плед появился из Вилсофта в полгода. Но у нас, давайте не будем забывать, что три цвета на выбор. Итак, на кровати у нас серый цвет. Давайте полюбуемся еще оттенками, которые у нас представлены, цветовой гаммой. Итак, для свежести вашего интерьера это зеленая модификация с необыкновенной королевой цветов розой. Для романтичного и нежного интерьера это розовый оттенок. И еще раз повторю, на кровати у нас вот этот серый цвет. Серо с лиловым. Сочетание такое очень необычайное, дорогое. Ну и, конечно же, цена уникальная. Ведь в магазинах плед из Вилсофта стоит от 2000 рублей. Слушай, здорово. А 4 пледа сегодня это еще и бесплатная доставка. Вы ничего не заплатите за доставку. Плюс ко всему, вы запаслись подарками для всех абсолютно родных и близких. Забирайте прямо сейчас. Специальное предложение дня. Самое выгодное предложение и, конечно, уют вашего дома.